Всем здорово, ребят. Ну что, сегодня я наконец-то забрал последнего донатного героя в линейке. Я вам его с утра показывал. Это разруха. Вот мы его забрали. То есть 300. Получается, за 300к ровно дают разруху. Ну, следующая уже шапка-повторка. Она нам, по сути, как-то так. То есть мы собрали с вами уже практически все герои, 92 героя у меня есть на этом аккаунте, это тестовый ак, десятка немножко похуже, вот наш разруха, последний герой, давайте сейчас забежим, подождите, у нас еще королевки нету, я что-то про нее забыл, вот так вот. Я что-то себе думал, это на десяточке она есть, а здесь ее нету. Но это такое. В общем, поехали дальше. Вчера были обалденные акции, обалденные плюхи. Я вчера позабирал дополнительно пыльцу. И, как видите, у нас есть шанс, ну, хотя бы посмотреть, я не говорю про выбить, потому что тут и пятерок напихали, я уже показывал, шансы реально похерили. В общем, сейчас посмотрим, попробуем словить дуэлянта еще, хотя бы часть. Я надеюсь на это, но, как видите, падают одни зефиры. Они, походу, сегодня еще стало хуже, типа, ну, на тебе зефира, чем неплохо, вот посмотрите, по 5 падают. Где долбанный дуэлянт? Вот сундуки начали падать, до этого они вообще хреново падали. Но зефиры падают полным ходом, то есть через раз падает зефир, по 5 дуэлянта просто не видно. То есть, ну, они понизили настолько шансы уже, что словить его, ну, реально хреново. Вот, посмотрите, это нормально. Мы потратили с вами 100. Где-то 100 пыльцы, и мы нифига не словили толком. То есть мы его... О, офигеть! Первых 10 осколков, ребят. Сколько у нас там было? 700 с чем-то. Ну, за 150 первых 10. Но это еще не все. Помимо 10, здесь падает вот так вот по 5. Это пипец какой-то. Сумка. То есть они разбавили настолько награды. Ну, вот реально. Мы, думаю, соберем зефира. Вот второго соберем. Возможно, даже немножко больше. А этого осколков 50, я думаю, от силы мы соберем. То есть шансы очень и очень хреновые. Самое кайфовое было, это в первый день, когда он вышел здесь осколками. Вот посмотрите, одни зефиры, ребят. Это просто пипец. Всего лишь 15 осколков у нас собралось. Ну, он понятно, он со временем... О, 25! Он со временем... Нифига себе! Ну, это просто... Это просто мега-эпически. Два раза по 10. Шансы, конечно, как видите, очень-очень хреновые. Ну, зефира, думаю, мы уже собрали, да. Еще одного зефира собрали с вами. Да, шансы, конечно, здесь... Просто очень печальны. Не то чтобы очень, а очень-очень. Итого у нас есть 40. Ну, в принципе, относительно. Где-то так же оно идет, как я вчера ролил. Камешек даже получили. Сейчас у нас где-то должен быть уже перелимит ресурсов. Вот карты начали падать. Да, вот мы не можем больше забрать. 1600, 500. Ну, такое. Сундучки еще получили дополнительно. Такс, потом пооткрываем плюшки. Вот вчерашний бонус, дополнительно плюс 40 тысяч самоцветов, по сути. Так, окей, поехали дальше. Шансы, как видите. Зефиры сыпят сегодня полным ходом. Шанс ловить зефира максимальный. Вот, посмотрите, книги, расходники. Ну, все же лучше, чем на русском сервере, я вам так скажу.
хоть здесь и пятерки впихнули, мы одну с вами словили уже на русском, хотя приблизительно где-то так же, то есть шансы намного ниже. Смотрите, одни расходники сыпят. Где, блин, мой долбанный дуэлянт? Нафига мне зефиры опять? Нафига они? Вот я понимаю, это сначала бы они так падали, вот реально было бы круто. Сейчас зефир, ну, по сути, можно за полпака собрать, может даже дешевле. То есть он уже не стоит тех денег давным-давно. Посмотрите на это. Опять рунка. Это просто жесть, ребят. Насколько они понизили шансы на... О, еще десяточка. 50. 50 за 600. Да. То есть дешевле и проще его собрать осколками. Ну, это, конечно, вспомогательное, как бы там берешь осколки. Сейчас посмотрим, что там есть интересного. Еще пятерка выпала. Так бы мы уже сделали бы 70 осколков. Все, опять полный сундук. Да, точно то же самое, что и на русском сервере получилось. То есть один, один в один. Даже немножко больше. Но тут пятерки. Тут больше нам выпало. Просто вот посмотрите. По сути, потратили мы нормально пыли и собрали. Собрали еще одного зефира. Ну, это окник, я не помню, где это мы его. Тоже мы его где-то собрали. 55 осколков всего лишь. Всего лишь 50. 5. Зато расходников просто пипец сколько всего. Вот кому нужны эти расходники? Так, давайте сейчас плюшки пооткрываем. Маловато места у нас. Хоть сундуков немножко дали. Так, давайте эти откроем изначально. С расходниками. В общем, вот так вот. То есть, по сути, надо плюс-минус около 2000 сейчас. Это просто нереально. Ну, конечно, бывает, кому-то там везет, но, как видите, шансы все-таки пофиксили. И причем пофиксили очень и очень конкретно их. Занизили, добавили пятерку, добавили кучу расходников, которые по сути не особо там нужны. То есть такое трэшечок, полный трэш. Так, все, у нас уже перелимит. Давайте эмблемки пооткрываем. Неплохо, неплохо, ремочка. Так, бум-бум-бум-бум-бум, на архидемона нападало у нас неплохо. Ремочки есть. Воодушек пару, это то, что надо нам на этом аккаунте. Так, восьмерочка с пирата, тоже ее откроем. Так, давайте сумочки. Так, скины, ну скины у меня есть. Смотрите, как почти фобу собрали уже. Так, ну отсюда сейчас 50, 25, 50 осколков. Собрали мы на осу. Так, а ну-ка, что у меня там творится вообще? Вот, у нас даже уже скин есть, а героя все нет. Ну, это не тот герой, за которым, конечно, стоит гнаться. Так, отлично, на фобу у меня не было скина. Так, прокачали еще так на стрелка. Отлично. Так, стрелок у нас на максималочке уже. Там еще, по-моему, сегодня скины некоторые продают интересные. Так, на Феникса. На этого есть, на этого есть. Феникс, на Огника. И на Космо. Ну, давайте глянем сразу.
Так, Космо у нас 10-10. Феникс тоже у нас, по-моему, прокачан. А этого мы таки не получили, не забирала я. В общем, вот так вот. Блин, ну, что могу сказать? Это просто пипец. Они настолько уже похерили эти шансы. Кстати, на Огника у нас скин. Есть или нету? Да, здесь тоже десяточка. В общем, они пофиксили настолько шансы, что словить его теперь, ну, в принципе, этого стоило ожидать. Но они не вводят почему-то сумок. Не знаю почему, писали, что, ну, по идее, должны быть сумки основным донатным героем, но их до сих пор так и не придают. Как видите, уже продают его здесь осколки вместе с пыльцой, то есть можно будет дособирать 3 миллиона кулаков. В общем, куча всякой срани. Вот так вот. В принципе, все. Пишите комменты, ставьте лайки. Как видите, шансы не ахти, но зато мы забрали разруху, и у нас осталось еще немножко, чтобы добить этот аккаунт на фул. Все. Всем удачи. Всем пока.